біздің сауалымыз үкімет басшысына арналады. Құрметті Әлихан Асханұлы, еліміздің 2025 жылғы дейінгі ұлттық даму жоспарында су шаруашылығын дамытуды жақсарту, ирригациялық және дренаждық жүйелерді қалпына келтіру, жаңа су шаруашылығы объектілерін салу, топтық су құбырларын реконструкциялау және су үнімдеу бойынша шараларды енгізу жөнінде шаралар қабылдау қажеттілігі көзделген. В республике основной объем водных ресурсов обеспечивает поверхностные воды среднегодовым объемом 101 кубокилометров. Из них 56% сформированы локально, остальные 44% сформированы благодаря притоку трансграничных рек из Китая, Узбекистана, России и Кыргызстана. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, площадь регулярно орошаемых земель составляет 1 758 тысяч гектаров. Около 85% орошаемых земель в республике расположены в южных регионах страны, в большой степени зависит от притока воды через трансграничные реки. На практике всего 30% земель обеспечиваются необходимым объемом воды, когда это реально нужно для фермера, что в свою очередь сказывается на продуктивности орошаемых земель. По данным Всемирного банка, в Казахстане продуктивность воды 1 кубического метра в сельском хозяйстве составляет около 9 долларов, когда в Японии 53,5 долларов. Это колоссальная разница. В этой связи возникает вопрос, может, нам не стоит гнаться за цифрами об увеличении орошаемых гектаров, а обеспечить гарантированной водой уже имеющиеся земли, которые не подвязаны к трансграничным притокам. Основная доля 75,8 или более 1 миллиона гектаров до сих пор орошается поверхностным способом. На этих устаревших растительных сетях теряется более 60% подаваемой воды. Такой способ является нерациональным. По данным МСХ, заявок на субсидии под оборудование для современных водосберегающих технологий крайне мало. Основная проблема заключается в том, что отсутствует инфраструктура по доставке воды для фермеров на их участке. Как фермер может переходить на водосберегающие технологии, если нет гарантированной поливной воды, когда к его участку элементарно вода не доходит? Учитывая климатические и антропогенные воздействия как внутри страны, так и ее за пределами, прогнозируется дефицит водных ресурсов до 2030 года в объеме 23 кубокилометра. В рамках поручения главы государства по вопросам орошаемых земель Министерству экологии и природных ресурсов была инициирована разработка совместно с МСХ и акиматами дорожная карта по внедрению водосберегающих технологий по всем областям. Однако данная дорожная карта до сих пор не разработана. У нас как в басне лебедь, рак и щука. У МСХ свое видение, у Министерства экологии иное, у акимата другие понимания решения проблемы. При этом при подготовке проектно-сметной документации необходимо просчитать целесообразность использования бетонных лотков, которые за несколько лет рассыпаются и приходят в негодность. А у современных полиэтиленовых труб срок эксплуатации более 30 лет. Для решения стратегической задачи, объявленной главой государства по увеличению объема производства сельхозпродукции, правительству необходимо, первое, разработать программу по восстановлению и строительству новых ирригационных сетей с полным, закрытым, закольцованным циклом обеспечивающих гарантированной водой поливные земли путем подведения воды по трубам или бетонным каналам до каждого участка с установкой прибора учета воды. Разработать и утвердить дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий по всем областям с определением площадей. Провести ревизию всех ирригационных каналов и водохранилищ, по итогам которой вернуть в государственную собственность бесхозные каналы и водоемы. Предусмотреть финансирование из республиканского бюджета для строительства 3 водохранилищ на трансграничных реках Харгос, Усек и Тышкан. Своевременное решение указанных проблем в совокупности должно обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли, ориентированное на обеспечение продовольственной безопасности и решение социально-экономической проблем. Просим в установленном законом сроке дать письменный ответ результатам рассмотрения настоящего депутатского запроса сенатора депутата сената парламента Кузиев Жиргенбаев. Рахмет.